Хэшки-катаны, с вами Брейден, мы проходим Bioshock Infinite, продолжаем искать нашего злополучного Чинлиня, он находится в камере номер 9, и я пытаюсь найти, где находится хотя бы этот блок, где эти камеры. Так, что тут за говно, ты оставил нас тут написано, да? О-о-о, хуя себе, ты чё, парень, полегче, иначе головы лишишься, там их много, походу, да? Слушайте, буквально два выстрела надо сделать, чтобы... даже один выстрел и простое добивание с помощью крюка. Патрончики. Так, птицы. По-моему... А, это не в этой игре. Я помню, что... А, это в Silent Hill, друзья. Простите, попутал. Там есть квест. Там надо птичек освобождать из города. Так. Они тоже в клетках. Смотрите, тут... А вот такие вот камеры раньше были. Рассказывай, что ты знаешь про Фицера, урод косоглазый. Кончай выделываться, будешь говорить или нет. Или нам пригласить сюда миссис Линь? Господи, не выпытали. Какой ужас. А, судя по обилию кровишки, инструменты очень страшного вида. Они тут реально делали злачные вещи. Так, ну азиат, походу, не колется. Значит, будем его искать и... На, сука. Хедшот, козлина тупорылая. Так, ну так как они обращаются с людьми нормально. Парень. Кстати, смотрите, он меня сам ударил и загорелся. То есть говорит о том, что мы горячие финские парни. То есть мы можем воспламениться в любой момент времени. Так, эта камера какой номер имеет? 6. Камера под номером 6. А патрон, инструмент... Похожий для инструмент для лоботомии, хотя таким, по-моему, сверлили грудную клетку. Блин, как это страшно звучит, но на самом деле, возможно, это так. Хорошо, это камера под номером 7. Что у нас тут есть? Максимум солей. Максимум долбоебизма. Так, чудесно. Камера под номером 9. Тут Чинлиня должны... содержать. Давайте попробуем открыть камеру под номером 8. Попросим для этого помощь Лили. Так, хорошо. К сожалению, он погиб, но как-то странно. Он, честно говоря, был выглядит только что как будто так. Предмет руба... Что-то я опять пропустил. Привычка дурацкая. Нажимать все время далее-далее. Так, ну что, посмотрим, получится ли у меня открыть эту камеру. Должно получиться. Замки везде одинаковые, так что проблем возникнуть не должно. Так, это даже не камера. Я смотрю, что это даже не камера, это, по-моему, проход куда-то в более опасные места. Давайте попробуем. На монетку. Ням, скоро этих монеток, блядь, срать ими буду, у меня их так много. Так, куда дальше бежать? Фонарика у нас принципиально здесь нету, поэтому все, что мы делаем, это при естественном освещении. Так, там что-то интересное. Походу, там есть кнопочка, да? Надо будет добраться до оттуда. А в темноте я могу полапать за попку нашу Элизабет. Тем временем, чтобы не терять это самое время. Что это такое? Тучка. Забираем. У меня довольно много. Мне хотелось бы... Господи, как тут темно. Эй! Everybody here? Я думал, у тебя, как у кошечки, глаза будут ночью светиться в темноте. Так, давайте включим. Может быть, свет... Боже. Воу-воу-воу. Они убили его, видите? Они его пытали просто дерзко. И психика Элизабет это не выдерживает. Что, надо посмотреть на тело? Опоздали, мать твою, а? Что он имел в виду? Финк? Придется искать другого оружейника. Нет, его можно вернуть. Его нельзя, точнее. Воу-воу-воу-воу-воу. Как вы тут оказались, мать твою? Меня этот рекастли уже преследует. Так, ну что? Здесь все дело в плоскости. Вы преследуете нас. Кто вас послал? Комсток? Чё, подери, происходит? Так, он мертв. Слушай, а с этого жив. Букер Чинлинь. И что делать? Я чувствую себя неловко. Знаете, когда вы появляетесь, я тоже себя чувствую неловко. Это придется подтолкнуть. Так, что-то надо сделать, да? Сейчас сообразим, друзья. А тело пропало. Его тут и не было. Это другая Колумбия. Так, надо вернуться, видимо, в другую Колумбию, да? И что-то сделать.
Мы должны пройти в другую Колумбию, но как? Как мы это сделаем? Тут как с велосипедом. Ты ведь не разучилась. Просто нужна смелость сесть на него, и все у тебя получится. Так, ну хорошо, давай, пройдем. Что ж такое-то? Если мы войдем в разрыв, вернуться уже не сможем. Ты уверен, что готов к этому, Букер? Знаешь, детка, я думаю, что я готов. Открывай давай его. Ахаляй-махаляй, разрыв открывай. Отлично. Ой, главное, чтобы у тебя у самой там разрыв не бомбанул. Так, что это такое? Магазинная винтовка? Ух ты, смотри, это параллельный мир получается, твою мать. Вернитесь в оружейную к мастерскую. Получается, что мы как бы в другом измерении. Твою ж налево. Так, хорошо, давайте возьмем с того измерения оружие, пока пусть будет. Вот тут, видите, такие винтовки интересные. Так, хорошо. Я так понимаю, всех врагов, которые мы убили в том мире, здесь они все прекрасно живут припеваючи. Так, ладушки. Ладушки, слушайте, игра невероятно интересная. В это реально интересно играть. Здравствуйте, вы кто такие? Так, судя по всему, тут рабочие, видите, которые как-то провинились, возможно, типа карцера что-то такое. Они сюда их сбрасывают, и тут они погибают. Так, успеваемость ихня. Ужасные вещи, конечно, тут творятся. Ничего не поделаешь. Видите, все живы. То есть мы как бы реально вернулись, даже не вернулись, оказались в другой мире, другая реальность. Так. Что тут есть, что-то интересное? Отмычка. Самое интересное, что она как бы отмычки брать не может. Вот, смотрите, тут его пытают по-прежнему. То есть еще одна... Это не пистолет. Его по-прежнему тут пытают, что самое интересное, но... может быть, он еще живой, хрен его знает. Так, идем дальше. Стопэ. Это Дейзи. Я-то думал, честно говоря, что это Лили наша. Чем похоже. Так. Как она дропака-то дала? Я их убил, они вроде бы должны быть мертвы. Но в этом мире это как-то выглядит по-иному. То есть они мучаются между двумя мирами. Интересно, очень интересно. Честно говоря, друзья, я подумал, что... можно их убить еще раз? Да, можно, смотрите, но они мучаются, видите? Это довольно странное явление. Ненавижу другого себя. Я так думаю, Букера можно понять. Ладно, побежали. Давай. Неужели сейчас опять придется? Твою мать. Падай, сука. Так, опять до хрена врагов. Ну что, будем расправляться. А, ты ворона, блядь. Отлично. Тихо. Видите, они автоматом подбегают ко мне, и получается такой сыр-бор. Иди сюда, сука. Посмотрим еще, вот и сделал. Во, готово. Воронок мы зря послали, по ходу дела. Так. О, сейф, стопешка. Я уже думал, что там сейф, реально что-то интересное. Голову с плеч долой. Так, хорошо. Ну что, друзья, побежали. Куда там бежать, надо теперь вспоминать, потому что на одном дыхании проходишь все эти локации, на самом деле, поэтому магазин. Мы давно не затаривались, так что давайте попробуем что-нибудь взять. Так, соли. Аптечный набор приобретаем, конечно же. Соли у нас тоже надо приобрести. Отмычку, вот что интересно. Можно купить пару отмычек. Я что-то как-то раньше не замечал. Боеприпасы для карабина. Карабинчик нам не нужен, наверное, боеприпасы для поливалка. Она здесь называется поли... Даже оружие по-другому, видите, немножко называется. Красное — это, видимо, этот мир, а синее — это оружие с нашего нормального. Так, картечница, ручная пушка, вот что мне надо. Ручная пушка есть. И дрободан вроде где-то в начале был.
Вот, гранатомет, дробовик, вот что мне надо. Все. Так, мы затарились, давайте двигаться дальше. Куда нам надо? Привет. Не забывайте пользоваться энергетиками. Так, ворота у нас уже были. Давайте возьмем, знаете что, огненное. Что-то мы давно огнево не использовали. А, так что надо попробовать. В том мире у меня тоже голова идет кругом. Хорошо, мы запомним пхаюшки. Так, все вроде нормально. Что у тебя есть? У меня есть немножко денег, поэтому... Гранатомет, снайперская гранатометка, картечница, снайперская, пистолет, пулемет. Вот, пулемет можно улучшить, потому что мы им периодически пользуемся, и эта штука очень нужна, несмотря на то, что сейчас у нас в руках дробовик. Давай монетку. Смотрите, она с того конца лестницы спокойно нам перекинула монетку, это вообще чудесно. Так, возвращаемся на площадь, получается, да? Добрый час. Покидаем район. Площадь Чания. Такие названия интересные. Даже в обычном нас языке мы такие слова, как Чания, даже, наверное, не используем. Я точно не использую, поэтому для меня это чудно. Так, хорошо. Вернулись. А назад-то мы... А, вот оно как. Ну что, друг, ты не хочешь зацепиться-то? О, что за вакханалия это сразу? Сразу какое-то говно ссаное начинается. Падай. Блин, хуй прицелишься. Отлично. Знаете, реально крутая штука. А лошадка как бы не спешит отходить, что самое интересное. Видите, мы спокойно их без каких-либо проблем можем перевалить прямо отсюда. Так, рабочих лутануть можно. На удивление, у рабочих что-то есть. Отличница. Так, чудесно. Даже попутно открывают какие-то навыки, что тоже очень-очень радует. Лутаем по-быренькому. Вот как надо было в Far Cry тоже лут делать. Это реально крутая штука. Так, у нас кончается соли, поэтому надо побыстрее найти как можно быстрее соли и двигаться дальше. Так, занимаем нужную позицию, чтобы можно было отстреливаться от них. Блять, там эта хуета. Сейчас, ребятки, что-нибудь предпримем, если нас не кончат раньше времени. Детка, детка, ты не хочешь мне лекарство дать? Мне бы очень не помешало. Так, меня кончили. Я как, в принципе, вот жопой чуял, что проблемы будут. Когда спасают вашу жизнь, запас здоровья частично восполняется. Так, спасибо, моя хорошая, что ты мне помогла. Но у меня, к сожалению... А, вот, можно, смотрите, запастись. И соли тоже можно купить. Так, подождите, патроны, 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 патроны. Хоть так. Хоть как-то. Это лучше, чем ничего. Так, что тут есть еще? Забираем. Смотрите, они его сюда положили, я так понимаю, его либо пытали, либо он просто так сам погиб. Конечно, глупо рассчитывать на то, что он сам так погиб. Куда бежать? Угу, понятно. Угу. Возвращаемся к этой вакханалии, друзья. Почему он не может зацепиться? Вот я не понимаю. А у нас же есть этот крюк специальный. Так, ну что, первое время он будет нашим помощником. Так, давайте поймаем соли. Ё мать, они... Смотрите, как суки делают, а, хитро. Так, вот эту пушку надо бы попробовать завладеть ее. Так, она должна быть временно на моей стороне, но как мы видим, что безуспешно. Так, я буду передвигаться быстро в укрытии.
сука. Так, надо его заманить на свою сторону. Иди сюда. Ты будешь моим напарником хоть какое-то время. На, блядь. Отлично. Таким способом его можно очень легко умертвить, что мне, в принципе, нравится. Так, ну что, мы хотя бы не так часто умираем, это хорошо. Это меня очень радует, что более-менее в этой игре мы справляемся. Так, что-то еще есть? Что это такое? Карабин, опять же. Патроны шаровые. Так, надо что-то качать. Давайте будем прокачивать все подряд. Так, волю судьбы. Получается, что мы часто пользуемся. Поймать монетку. Давай. Различными видами оружия, просто-напросто их подбираем. Так, дрободанище. Хорошо. Патроны кое-какие есть. Я не буду пока менять, это реально крутая штукенция. Ей кайфово управлять. Кстати, лошадь, наверное, можно... Она и так работает. Вон, видите, ее механизм специальный, она и так работает, это нормально. Вот, вот теперь... Не торопись, у нас все нормально. Да у нас все лучше некуда. Отлично. Угу. Вот им оружейное, кстати. Заходим. Все. Давайте посмотрим. По идее, он должен жив остаться. И надо как-то попробовать его уговорить, что ли. Так, что тут у нас? Снова энергетика, и снова мы его берем. Нет, ни приборов, нету ни инструментов. А, может быть, он наверху, Букер предполагает, да, такую теорию выдвинул. Даже не теорию, просто предположение. Теоретически он может быть наверху. Так, хаюшки. Мистер Лин, простите, Чен Лин. А вы можете разговаривать? Кто вы? Кто вы? Почему вы говорите так громко? За приборов я ничего не слышу, вот не сумят. Я Букер Дэвид. Отойди от меня, приборы очень опасные. Лучше дать внизу с миссис Лин. Мы от Дейзи Фицроу. Приборы опасные, не место глупым людям. Хотите без головы остаться, что ли? Плохие людишки, плохие. Мистер Лин, нам нужна помощь. Что с ним случилось? Ты помнишь его мертвым в камере? Похоже, он отчасти тоже помнит. С тем сложно примириться. Да, я, конечно, все понимаю, но нам надо что-то делать. Дружище. А, он сказал ждать внизу, ну пошли ждать вниз тогда. С миссис Лин. Так, вот наша миссис Лин. Исцели мужа, успокой его больной разум. Простите, мэм, я ищу миссис Лин. Я про маленькую китаянку. Букер, это миссис Лин. Инструменты Ченни забрали, но что ж без него-то он будет делать? Ваш муж, кажется, немного не в себе. Если бы он снова смог заработать, если бы мог он... Мисс Лин, кто забрал приборы вашего мужа? Проклятые полицейские, они унесли и заперли на складе в трущобах. Чёртовы полицаи. Найти полицейский склад в трущобах. Наше текущее задание. Так, отлично. Ну что, будем отправляться. Нам как бы особо-то и выбора нету. Надо, значит надо. Какая разница, без инструментов этот оружейник не представляет для Дейзи никакого интереса. То есть нужны его инструменты. Покидаем район и посмотрим, где находятся трущобы. Хотя, в принципе, везде, где мы сейчас ходим, можно так характеризовать, что это реально трущобы. Так. Ну что, по-моему, зря открыла я этот разрыв. Тут беда за бедой. Так, нам показано, что куда-то сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Проблемы? Тихо, не надо кидать. Не надо. На, сука. За что я люблю эту пушку, можно практически на любой дистанции вести четкий огонь. Не нужен автомат, который большой разброс имеет. Это то, что нужно. Прицелили себе аккуратненько и прописали в ёбочку. Так, давай, боеприпасы. What you talking about, motherfucker? Побежали. Кто там так активно агрится? Где-то внизу упырёнок, да?
вот, ребята, вот как это все проходит. Плюс, конечно же, Драбадан. Он тоже многое решает. На, сука. Будь моим мальчиком, будь моим зайчиком. На, Юпитер. Чё-то голову потерял-то, а? Да, ведь правильно говорят, что можно потерять голову. Притом от женщины. Ну, можно не только от женщины. Например, от видеобрейна. Так, картечница. Нахер мне картечница. Вот моя пушечка. Вот то, что доктор прописал, да, как говорят. Так, трущобы. Мы отправляемся на поиски трущоб. Кстати, есть кино, называется «Миллионер из трущоб». Индийское кино. Но это первое, единственное, наверное, в мире индийское и индийское кино, которое можно посмотреть ради общего развития. Так, тут ничего полезного. А, я же могу их лутануть, слушайте. Точно, не забыл. Они дают не так-то много денег, но то, что есть, в принципе, уже хорошо. Так, аптечный набор нам не нужен. Это нам не нужно. Соли. И боеприпасы для наших пуколок. Так, раз. И для Драбадана. Да, где нам дробовинтовка? Китайский дробовик. Знаете, китайский не китайский, но на самом деле в то время еще, наверное, не было таких стереотипов. Так не пролезть. Угу. Китайский не значит плохой. Видите, оружейник тоже китаец, но... Тем не менее, за ним охотятся очень хорошо. Так, тут пройти не получится. Ладно, для меня это такая же загадка. Может, Соловей знает, но не говорит. Простите. За что? Мое уродство отлично скрывает стильный наперсток. Говорят, в Париже сейчас все такие носят. Она переживает за пальчик. Детка, так может, ты ассасин? Я не знаю что-нибудь. Потому что у ассасинов безымянный палец, а у нее мизинчик. Так, делаем себе укрытие. На, сука. На еще тебе. Отлично. На, блядь. Так, тихо, там ракетчик уебочный. Надо быстро с ним расправиться, потому что эта сука доставит нам хлопот. На, мать твою. Блядь. Бля-б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 ля. Тихо. Прячемся. Поймать здоровье. Да, детка, ты просто космос. Так, сидим, друзья, здесь, шкеримся и попутно вылазим, смотрим, если там варите сам. Тихо. Только у меня нет способности, чтобы можно было что-то такое эпичное сделать. Типа отразить пули. Давай, падай же уже. Так, отлично, мы прям под ним, поэтому есть некие привилегии, да, у нас в данном случае, поэтому в любом случае его надо загандошить. Тут только дело времени, как мы это сделаем. Так, грузовой крюк, отлично, давай, детка. Сейчас папка покажет тебе, блядь, где раки зимуют, сука. Иди сюда. Где ты тут, козлина? А, он уже сдымил отсюда. Ну нормально, чё, это нормальная практика. Козлина, мать твою, иди сюда. Блять, убил. А, черт, не повезло, но, по крайней мере, мне нравится, как это реализовано. Смотрите, каждый раз что-то новое. Она нас поднимает довольно далеко от места, но, тем не менее, это реально прикольно. Враги, которых мы убили, они также мертвы, то есть они не оживают. И это меня очень радует. И жалко, что я раньше не заметил эту турельку, можно было поставить ее там. И выиграли бы себе немножко времени. Так. Знаете, что мы возьмем? Что я хочу взять? Вот. Дикий мустанг, который поднимает врагов вверх на неопределенное время. Привет, блять. Вот. Как надо было его загандошить. Все. Проблемы нет. Нет мудака, нет проблем. Так, отлично. Блин, почему я раньше до этого не додумался? Это все, друзья, то, что ты играешь ночью. Уже мозги хотят спать, они хотят отдыха, а ты сидишь и играешь. Может, а тебе интересна судьба этих персонажей? Поймать монетку, давай. Только что она вроде бы убежала, либо меня же так штырит, либо она реально убежала. Так, что такое? Что ты делаешь? Там что-то интересное. Смотрите, там какой-то новый эликсир. А как открыть? Выскочи, капчик. Как открыть? Может, какой-то пульт есть? Чё-то я не помню. А-а. Друзья, я не знаю,
как это открывается, но там нарисовано было что-то типа буйвола такое, да? А, возможно, это таран. Почему-то мне кажется, что таран, потому что такие звери обычно идут на таран, они бодаются с друг дружкой. Я не знаю, честно, как это дело открыть, поэтому мы с вами уж как-то без этого. Трущобы. А Элизабет сочувствует людям в трущобах, как бы ее за это не убили. За ее сочувствие. Да, интересно, кстати, вам скажу. Блин, играешь, оторваться просто невозможно, потому что игра реально классная. Ты, наверное, считаешь меня чокнутой, да? Девушка, которая оживляет мертвых, единственный друг, который огромная птица. Наверное, я смешна. Да ты просто няшка. Орленок мне тоже как друг практически. Тебе просто не повезло. Я ни за что не вернусь в башню. Что бы ни случилось, я туда больше ни ногой. Они же от тебя не отстанут, ты это понимаешь? Почему я? Что им сделала? Ты их пугаешь. А людей всегда пугает неизвестность. Хорошо. Хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо, я это знаю, знаю. Так, ну что, друзья, мы в трущобах, я так понимаю, что бомжи могут агриться. Да, конечно, забавно, но... Они не дают вам учиться, что бы вы ни придумали, чего ближнего, люди сверху не дают нам никаких возможностей для развития. Думаю, что мы черножопые кретины. Да, почему-то белые люди именно так и думают, это печально. Что это за говно? Тараканы? Таракашки. Так, ну, по-моему, оружейник наверху. Оружейник был бы рад, конечно, такому лакомству. Деликатес практически. Так, хорошо. Что тут? Вы знаете, трущобы очень красиво. Реально классно. Вообще, движок Unreal Engine 3, он при желании, при прямых руках разработчиков, он творит невероятное. При желании можно сделать такую конфетку. Вы вспомните, сотни игр, наверное, уже вышли на этом движке. Есть трэш, а есть игрушки, которые... Ой-ой-ой-ой-ой. Что ж ты агришься-то, козлина? Отлично. Поймать соль. Я хотел поймать соль, но что-то не получилось. Так, мы, видимо, зашли не на ту территорию. Вот что мне надо. Так, экстракт здоровья, щит. Давайте здоровье качнем, пусть будет. Здоровье. Побольше. Домик в Польше, два красных Порше, жены хороший. Что-то я там заметил. Что-то там светится, как соли наши. Так, мы не трогаем безоружных, мы не трогаем обычных людей, поэтому... я вообще удивлен, почему не начали агриться. Так, нужен доктор. Кому-то там нужен доктор. Просто отдыхает. В перерывах он отдыхает, потом, когда работает, он пишет нам крутой рэпчик, который очень любят школьники. Так, мешки с едой. Отлично. Так, интересно, вот она это колдует, это либо просто имитация, типа голограммки, да, либо это настоящее. Так, найдите полицейский склад в трущобах. На самом деле, копам наверняка невыгодно держать в таких местах свои провизии. То есть это как-то довольно странно, ну. Так напоминает метро 2033, когда Артем ходил, и вот это вот дело... только там это в метро было, да, а здесь это в трущобах. В самой низшей части города. Видите, где заводы? А если вы помните прошлые или позапрошлые серии, я вам уже рассказывал, что заводы расположены уровнем ниже. А самый-самый вверх, там у них уже элита. Там чистейший воздух, там Колумбия, та, которую мы видели уже. А здесь у нас как бы отбросы. Что ты делаешь? Наверное, вкусно. Так, не будем зацикливаться. Но Элизабет, этих всех людей очень жалко. Мне, в принципе, тоже жалко, но я не могу показывать в данном случае слабину, поэтому вот такие вот дела. Так, ботинки смерти небесные. Аэротрасах оружие наносит на 30%. Давайте возьмем, пусть будет. Роботы все разграблены. Как видите, я так понимаю, роботов они тут просто гравят. По одежке встречают, нам дали достижения. Так, чудесно. Вот это хуёво. Вот это уже хреново, я вам скажу. Так что надо... Знаешь, что надо? Надо переключить на... На огонь. Пусть будет. Отлично.
Какой живучий хуеплет, а? Сколько пришлось выстрелить в него, чтобы он наконец-то сдох. На, эти суки. Блин, пистолет просто бомба. Он точный. Один точный выстрел, и противника нету. Это реально крутая штукенция. Так, тут у нас снова аэротрассы. Только теперь надо... Ох ты, мать твою, там какие тюрели невъебенных размеров. Как мне сейчас не сладко-то придется. Говно. Но это понятно, это понятно. Вы видите, вот этот, видимо, полицейский склад. И он очень сильно охраняется. Так, сюда. Хорошо. Так, медикаменты, отлично. Господи Иисусе, что происходит? Друзья, я не знаю, что тут происходит, но то, что тут творится, это просто жесть. Так, это мы вырубили. Да-да-да, по нам стреляют огромные тюрели. Так, детка, прячься. Прячься скорее. Сейчас будем думать. Сейчас папка что-нибудь придумает. Так, наверх, значит, надо, да? Давайте побежали. Вакханейшн. Калифорникейшн. Так, сюда, отлично. А, снайперская винт. Я думал, что-то можно сделать. Как нам их вырубить? Так, полетели дальше. Фух. Мы наколдовали тюрельку, и какое-то время она будет нас защищать. Привет. Господи, что творится в этом злачном месте? Там от здоровья. Давай, лови, лови уже что-нибудь. Лишь бы не сдохнуть. Хренеть можно. Так, давайте думать. Значит, надо как-то отключить, либо просто их уничтожить. Это, конечно, непросто. Но никто не говорил, что будет очень просто. Привет. Так. Так, стопешка. Привет. Привет. Какой живучий хуй, а? Смотрите, он как статуя свободы. Видели у него? А то ли каск, то ли еще что-то непонятное. Какой ужас тут творится. Нет, ну понятно, что просто так нам никто не разрешит никуда попасть. Это нормально. Автоматы. Охренеть, как нас кондонят по-черному просто. Так, давайте под низом проедем. Посмотрим. Что можно? Так, надо завладеть этой пушкой на время хотя бы. А, ребятки, вот смотрите, тут можно пройти. Да? Надо только Элизабет дождаться. И тут можно будет пройти без проблем. А вон какой-то портал летает наверху. Отлично. Этого. Не стреляйте по своим. Она уже не своя, поэтому можно и пострелять. Привет. Привет. Мне кажется, сейчас нас загандошат за милую душу тут. Это вакханалия. А жизни-то у них хоть заканчиваются, да, кстати? Кстати, да. Заканчиваются еще как. Давай, еще побудь со мной. А, не, смотрите, их легко убить. Я-то боялся, я думал, что эти огромные тюрельки просто нереально замочить. Пока они отвлекаются на нашего братка. Давайте попробуем. Еще давай. Так, ну все, тюрелечки закончены. Найдите конфискованные инструменты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, полегче. Детка, давай. Что-нибудь додай мне. К сожалению, чтобы нас сейчас нам... Ну, мы, в принципе, сделали то, что я хотел. То есть мы уничтожили тюрели и перебили большую часть населения. Я имею в виду копов. Так, и теперь можно туда нормально отправляться. На этот склад. Я так понимаю, что на складе, возможно, есть конфискат. Возможно, много интересных ништяков. Так, поехали. Можно ускоряться, кстати. Реально прикольно тоже сделали. Давай сюда. И сюда. Привет.
Так, ну что, друзья, мы перебили уже всех, кого могли здесь. Вот что-то там интересное. А, это летающая тюрелька. Но на данном этапе она нам пока что не нужна. Так, тут у нас соли и что-то там полезное из лута. Ну, я не скажу, что это было очень сложно, я просто боялся, что против этих тюрелей нужна какая-то тактика особая. Их нужно было просто сдалека перебить и все. Мои опасения были напрасны. Так, отлично. Все, можно теперь пройти, давай пройдем. Давай. Покидаем этот район и заходим на полицейский склад «Бычий дом». Так называется «Бычий дом», напомнил мне конторку... Видимо, который когда-то работал Букер. Давайте сделаем тут перерывчик и продолжим уже в следующей серии. Меня зовут Брейн. Вы можете купить игрушку в магазине epiki.ru. Тебе что, плохо? Что, ты в туалет хочешь? Ссылочка под описанием, и мы будем дальше проходить Bioshock Infinite. Пока-пока.